В этом году Совет ветеранов Искитима отметит 20-летие. В рамках праздничной даты в городе пройдет много мероприятий. Одно из первых общих дел – это знакомство с опытом работы так называемых «первичек». Этот кабинет для ветеранов – особое место. Музей больницы хранит исторические документы, фотографии, медицинские приборы разного времени. Здесь их опыт, заслуги и молодость. А это что такое вы? Где? Врачебная, наверное. Председатель первичной ветеранской организации Зоя Байбакова рассказала гостям, как организована работа, отметив, что общественники помогают в решении многих вопросов. Например, часто обращаются работающие пенсионеры при увольнении. Очень хорошо работает Совет ветеранов, активно проводится много мероприятий, и нам здесь можно учиться. Вопросов о самой системе здравоохранения у общественников тоже много. В последнее время стало тяжело получать льготные лекарства, записаться к терапевту тоже сложно. Объяснили это нехваткой специалистов и апробацией новой компьютерной программы. Даже ради того, чтобы выписать анализы, вы должны записаться к врачу. Врач должен вас осмотреть, сделать запись в БАРСе, в компьютере. Медсестра только потом назначит вам анализы. Анализы автоматически через БАРС передаются в лабораторию, и лаборатория также автоматически их в компьютер выгружает. Ветеранская организация больницы лишь первая в списке, которая предстоит поделиться опытом работы. Всего в Искитиме 45 первичек. В ближайшее время представители актива Совета ветеранов познакомятся с военно-патриотической работой, которую ведет ветеранская организация в сфере образования.